Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Найден. Кто к нам идет? А ну посмотрим сейчас. Ким Гелиор, кто к нам идет? Кто к нам неожиданно идет? Хорошо, Светлана все прибралась. Сегодня стираю подушки, вот эти вот сняла чехлы. Сейчас все уберу, мои дорогие. Постирала уже. Тут сейчас готовлю завтрак мужу. И кто-то позвонил в дверь. Видите, пришел наш мальчик. Какие цвета красивые. И семьер сон терлик. И аним на довер терлик. Столько тапочек приготовил мой муж, а вот и я. Ладно, поболтаем, потом поговорим. Узлим пришла с новостями. Расскажу вам сейчас. Наш племянник закончил лицей. И сейчас едет на практику, говорит, зарплату будет получать в Анталиевке, мер, говорит. И поэтому рассказывает, через неделю он уже поедет, хотели счет открыть ему в банке. В банке счет проблемы открыть, не то что иностранцам, туркам тоже. И вот рассказывает и все. А я сейчас буду готовить завтрак и угощу их тоже. Такой у меня неожиданный сюрприз сегодня. Волосы у меня дыбом, не знаю почему. Все стоит, стоит. На море сегодня не пошла, проспала сегодня. От души выспалась. Вот что значит ни от кого не зависеть, не ходить на работу, а жить в свое удовольствие. Вот так вот я живу. Мои угощения начинаются с чая, так как Узлим отказалась от завтрака. Завтрак уже 2 часа, но так получилось поздно. Говорит, что они уходят. Уходит она делать прививку и сыном покупать там обувь. Поэтому чай только я и предлагаю. Хотя я вот жарю, думала, угощу сосисками. Тут вот такой бурек, яйца, но она отказалась от всего. Говорит, на, никогда. Ну, а это сосиски потом завтрак мужу приготовлю. Уходит моя Узлим так быстро на прививку. Даниэля Ким? Ученик Даниэль Вар. Ама кесин лязими япмак ашисана. Энисе кесин. Энисе надо всем. Потому что он в туризме будет работать. На стажировку идет, на практику. Корку юрсун сен? Йо, не кокачак. Оно вообще юлача. Хайр сен аши япмак. Йо, хич. Risksiz olacağız. Aşı çok önemli. Видите, без риска вы очень... Biontech yaptıracağım. Kafam rahat. Успокоится. Mehmet abi koca adam bile diyor ki... И мой муж тоже успокоился. Он же так боится. Вот наш мальчик едет. Sara diyor bizim amca diyor. Hadi bağırıyor. Bazılarına şey yapmış ya. Etkilemiş yani bazen. Beni o kadar etkilemedi ama. Вот такой сюрприз быстрый. Не успела. Bir gün İlhan Bican 3 gün alkol almış. 3 gün alkol almış. Alkol almış. Görüşürüz canım benim. Görüşürüz. Вышли мы с мужем на базар. Здесь в банкоматик зашли. В Карфуре, посмотрите, продаются. Вот такие коврики, их постилать на балкон очень удобно. Разных расцветок. 34 стоит. Видите, какие. Даже если намокнет дождь, они не испортятся. Видите, разные. А это что? Подушечки. Там туалетная бумага, здесь тоже подушки, 24 лиры. Сейчас мы пойдем на базар.
я шла и видела. Только мы вышли из дома. А, кстати, смотрите, там свадебная машина. Солнце, не видно ничего. Только мы вышли из дома, и мужчина продавал черешни по 5 лир. Какая огромная! Я как обрадовалась. Радуюсь, как ребенок, потому что обожаю этот очень черешню. Вы сами знаете, как ты любили, как сумасшедшая. Я так не хотела идти на базар сегодня. Опять переодеваться, но мой муж говорит, я говорю, пойдем. Я согласилась идти, я сказала, если я не переоденусь, вот такой видео, Ой, упала что-то. И он мне разрешил в таком виде. Сейчас поменяем деньги, пойдем, так жарко на солнце. Не могу. Покажу вам, если получится, в базар. Посмотрите, арбузы по 90 копеек за килограмм в Карфуре. Показываем все, что вижу. Вот наш базар. Наверное, не буду вам показывать все, потому что мы хотим сейчас покупать, не до этого будет. А потом вам о ценах все расскажу и покажу. Вот арбуз. Некадар карпус. Бахти Ашра. Битана Онмура. Арабча молишь. Абе, Кюльча вар, Арабча вар. Бізде хэр дейл вар. Арабча молишь. Арабча. Видите? Бабе, ингилизи олабидин. Тен. Бабе, бешин генчті дейл. Арабча Ашра. Выбираем. Начал разговаривать со мной на арабском, а по-моему, Эльдер говорит, она моя, говорит, жена, что, говорит, с ней по-арабски говорит. Правильно. Кавун, ашким, кавун. Кавун сор. Кавун на килосу 4 лиры, ама баклава. 10, 4 лиры кавун, говорит, но как сахарная, говорит, баклава. 3 лиры килограмм помидоры, я смотрю. Маску надо одеть. Картошка. Ой, там фрукты. Обалдеть, короче. Глаза разбежались у меня. Еле тащим сумку. Эти по 4 лиры. Кукуруза 7-5. Цены мне сегодня нравятся. 3 лиры. Посмотрите, какой красивый болгарский перец. А это 10 лир килограмм. Это что за помидоры? Эти по 3 лира кабак, 2,50 даже есть. Здесь черешня по 8. Грибы. Лимоны нам не хватило, мелочь. А есть лимоны дома, что здесь? 4 лиры. Набрали всего, тут 8 лир. Такая черешня по 5. А. Вишня уже появилась. Идем до дому, до хаты. Сейчас еще не так переполнено хорошо. Вот стоит мужчина, каждый год стоит, да? В таких одеяниях и стоит, и попрошайничает. Ладно, эта женщина инвалид. Можно все понять, но... Осуждать нельзя, каждый живет по своим правилам. А там посмотрите, что творится, столько чего продают. Арбузы по 5 лир килограмм. Ой, одна штука. Ой, а я купила зря. Посмотрите, 10 лир, но я по 5 купила. Вот эта черешня, по 5 лир. По 5 лир. Алды. Видите, как разговаривают. Как видят, что женщина одна сразу на всех языках мира. Начинаем излюбленную рубрику. Говорит, много купили мы. На 5 лир это всего. Горький и сладкий. Значит, это 5 лир стоит чеснок.
Дыня стоит 5 лир, говорят, сладкая. Посмотрим. Моя любимая кирас. Черешня мы взяли на 10 лир. 6 лир килограмм. Такие персики мы сегодня купили по 2,5 лиры. Это все 5. И нектарин купили по 5. Это 2,5. Ну, зелень полит по лире. Зелень немного не брали. Так, вот это вот кабак, моя еда любимая. 1,5 лиры килограмм. Посмотрите, какой огромный. Помидоры взяли, бомба. По 3 лиры. Хадешкин соли. Фасолья. Вообще. 5 лир. Килограмм фасолья. Картошка 3 лиры. Уч лира. 3 лиры килограмм свежая. Вот тазы. Дельмы. Да. О, баба вот это карпус, баба карпус. 10 лир. Килограмм. Сейчас в холодильник положим. Ну, кай, не кадар без одедик бугюн. 70 лира. 80 лир морда, да? 80 лир потратили. Что? 70 лир морда. 70, 70 лир мы потратили на это. Что? Супер цены, посмотрите. 2 кило этого нектарина, 2 кило персиков. Обалденная. Приезжайте к нам в Мерсин. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.